Ну, и как вам погода? Как вам март в этом году? 16 марта, а за окном снег и минусовая температура. Вы не думали, что мы живем в стране вообще очень мало приспособленной для жизни человека? Ведь где-то сейчас люди ходят в шортах и майках, и не так далеко. В связи с этим я считаю, что программа президента или кандидата в президента должна содержать обязательный пункт о том, что каждый гражданин России раз в год за счет государства должен иметь право провести как минимум несколько недель, а может быть и месяц на море, там, где солнышко и тепло. А вы видели в какой-нибудь программе кандидата в президенты такой пункт? Нет. Поэтому я не пойду голосовать ни за одного кандидата. Если бы я был кандидатом, я бы такой пункт включил. У меня все.